Сланцев прошли контрольно-проверочные пожарно-тактические учения в рамках проведения контрольной проверки местного гарнизона Сланцевской пожарной охраны. В ходе учения были отработаны действия личного состава, действия руководства гарнизона по созданию штаба, по работе на пожаре непосредственно. В принципе, учения завершены. Личный состав показал удовлетворительные знания и требования пожарной безопасности. Отделение милосердия Сланцевского дома-интерната для ветеранов войны и труда в микрорайоне Лучки – здание с массовым пребыванием людей, большая часть из которых лежачие и больные. По легенде учений, люди были эвакуированы совместно с представителями добровольных пожарных, которые созданы на объекте. И также отработан поиск пострадавшего, тех, кого не успели эвакуировать и сами не смогли спастись. Пожарные заходили в здание со всех сторон, чтобы легализовать очаг возгорания. Возле дома-интерната дежурила машина скорой помощи, где оказывалась медицинская помощь людям, эвакуированным при пожаре. Подобные учения проводятся на различных объектах регулярно, не менее 4 раз в год.